что, народ, все еще в Дубае моле. Сейчас идем в фудкорт. Посмотрим, чем здесь кормят. Что может себе приобрести. Есть ресторанчики, конечно, там цены будут подороже. Но в фудкорте очень много магазинов, в том числе и мексиканские мы видим, есть и Макдональдс. В общем, сейчас посмотрим, покажем. И лайфхак один расскажем, как сука на блогера. Поехали. Не-не, я понесу. Все, идем. Идем кушать. Очень хочется кушать. Гуляем весь день в моле. Немножко замерзли, прохладно. Опять-таки лайфхак, одевайтесь. Ну и проголодались. Идем посмотрим, что здесь такое. Ялла Саш. Что это ну такое? Смотри, вкусная кибая хамис, только что была хумус по 28. Сделай ближе меня. Так, сейчас сделаю ближе. Вон нам дают уже меню. Нам уже меню дают. Ну. Так, ну вот, смотрите. Это арабская еда, да? Кошери есть, и вот 25-35 дирхам. Арабская еда вкусная, шаурма есть, шаурма гурмен, 81 дирхам. Это шаурма не когда у вас завернута, а когда вы ее мясо шаурмы кушаете на тарелочке. Наташа, ну покажи меню. Смотри, шиш табук 39, я правда не знаю, сколько оно входит. Биф кебаб 41, тика это мяско 55 кусочки, миксед грил спешл 56. 39-42 цена. Да. Ну, цены вообще нормально. В принципе, скажу, нормально. Вот, посмотрите, вообще еще здесь есть. Рис точно очень вкусный. Ух ты, мяско. Слушай, это курочка, да? А, да, это курица. То есть рис такой вкусный есть. Слушай, уже прям в первой же кафешке интересно. Да. Винные листики есть, хумус. Вон чикен шарколи сколько? 65. Это половина. 65, вот такая вот курица. Так это половина курицы. Да. Половина курицы с гарниром, с хумусом, с йогуртом, со всякими этими штучками, овощами. Ну, слушайте, вкусненько. Thank you. We will back, I think. Народ, ну вот цены нормальные. Это Дубай Молл. Вообще нормальная еда. То есть ни гамбургер, ни там картошка фри, ну просто как картошка, ни кока-кола. Да? Что самое интересное, оно еще непонятно, где сесть. Если вы видите, мест нет. Так всегда было. Так всегда было. Тяжело было найти место, где присесть. И места еще нету. Смотрите, везде занято, везде просто. Так, мексиканская еда. Вот тут цена есть. Бурито 36. Или 40, наверное, большой. Начос 31. Еще какие-то чили-боксы 28. Чипсы 27. Ну, выглядит, конечно, все симпатично очень. Вот цены приближаю вам. Тарелка чего-то, я не знаю, что там, джаз, буррито, 40 дирхам с тортильей. Цены адекватные. Этого... Смотрите, как бутылочки кока-колы висят. Ага, классно. Так, ну что, бургер, кинги, кардисы, что еще здесь? Вот, пицца, кстати, кардис. Про вот это вот мы расскажем. Вот, про бургер, кинги, кардис. Держи, я хочу рассказать просто. Ребят, смотрите, лайфхак. Вы покупаете в Карифоре. Карифор это магазин, который есть в любом моле. Покупаете... Неважно что, еду, булочки, соки, и вам дают чек. Сейчас я покажу. Где же этот чек еще дело? Сейчас мы узнаем, где чек, Оля, дело. В этом Вавилоне найти чек. А что у Оли в этом, в серединке? У меня тут целая куча всего. Подзарядки, остальные. Можно посмотреть? Вот чеки, ага. Смотрите. Мы чек разрезали. И на обратной стороне чек, это вот чек, да, вот все цены мы разрезали, вот, оливки мы брали. Есть купоны, смотрите, есть купоны. Вот, есть тот же Хардис, вот, за 10 дирхам у вас будет бургер, кола и картошка, либо ну, какой-то из куриный бургера, бургер, да? Кола и картошка. Дальше вот тот же Бургер Кинг, смотрите, за 15 дирхам вы купите водичку любую, спрайт, кола, фанта, два бургера, два и картошку. Поэтому дирхам. Вы просто это вырезаете, есть много вариантов. Вот Техас еще есть. Мы, кстати, Техас ели в прошлый вкусный, раз. Вкусный, да. За 12 дирхам два бургера и кола. Поэтому просто мы вам говорим как лайфхак, что делаем. Вот. Но в данный момент нам бургеров не хочется, уже как бы после 7 вечера. Мне хочется еды. Окей, а? Сказали не снимать.
Чего, нас не снимать? Ой. Ну вот, зашли мы, кстати, в хатам, в котором мы ели гавайян моли. Очень вкусная арабская еда. И никто не будет нас беспокоить, что мы здесь делаем видео. Видите, недовольны люди, что мы снимаем. Охрана в том числе. Thank you. Ну, сейчас озвучим вам видео в хатам. Смотрите, какие столики, какая плиточка балдежная. И как здесь уютно можно сесть. И вообще, Наташа, посмотри, как тебе? Комфортно, уютно? Мне тоже. Тихо, сама. Да, главное тихо, и есть и место. Сейчас расскажем вам цены, потому что, наверное, цены от Эляйна могут отличаться. Так что нашли мы тихое местечко, и охранники к нам не прибегут. Так, супчики, сразу рассказываю вам. Супчики от 18-21, чечевичный чикен, куриный и сифуд. Дальше есть всякие разогревы, там куриные крылышки, допустим, 29,5 стоят. Я вам скажу, я думаю, что все оно так и есть, как выглядит здесь. Я бы, наверное, уже супчик поела бы. Дальше есть стейки вкусные. Вот такие. Действительно, они вам принесут вот такие. Видите, одно меню на арабском, да и здесь на английском. Очень удобно, кстати. Стейки 99 микс грил для двух персон. Тоже прикольно. Есть куриный кебаб и ягненка. В общем, цены 51,5 до 99. Смотрите в субтитрах, сколько это. А, что такое Джоу Хэн, я не знаю. Это, наверное, котлетка какая-то миксованная. Очень приятно. Принесли меню. Ой, какие вкусные штучки есть. Хатам микс гриль называется. Класс. Риси, кстати. Дальше кусочки ягненка. Это все стоит. А, это с рисом 30 будет стоить, я так думаю. А, это миксованный рис, порция. Такая порция риса 30 дирхам будет стоить. Но мы рис уже не будем, уже поздновато, будем мясо. Ты прямо зачем так сказала? Мне понравилось одно блюдо здесь. Да? Ну хорошо, да. Ладно. Ладно, отработаешь, отплаваешь завтра. Здесь 51-57. Очень хорошие картиночки. Вот действительно четкое представление, что это будет. Так, здесь 41 блюдо где-то. Вот такой очень вкусный рис, наверное, с чем-то. Что у нас еще? Креветочки. Так, это сифуд, это... Знаем, что это такое. Морская еда. 83 стоит. Комбинация с рыбки на гриле, креветок на гриле и сквида. Ведь что такое, я не знаю, честно. Выдавленная рыбка. Это вкусно, наверное. Так, что у нас здесь? Коктейли. Моктейли уже идут. Чай от 10,5. Кофе 13. Ну, вот такие вот фреш джус. Фреш стоит 23,5. Почему все время и 5? В Ильяне все четко стоит, там, условно, 10, 20. И пирожки есть. Фруктовый салат 37. И пирожки от 20 до 30. Такой вот, Наталья, ваш выбор. Ладно, мы выберем, я покажем, выбрала, расскажем мне цен. Кажется, необычно. Необычно? Ну, покажи, ладно. Переверни, покажи, что ты я выбрала. Я вот хочу вот это вот. Слушай, у меня такого не было. Было. Я пролистала, не было, говорю. Я не показала, по-моему. Без костей ягненок с свежим томатом, окрой. Готовится камнила на ферме растет, смотрите видео в описании. Готовится с томатной пастой и сервируется рисом. У меня не было такого. Отдельный рис 13 гривен. У меня эта страница была вырвана, я тебе говорю. Я уверена. Покажи, ну, вот еще. Это либо я хочу... Либо я хочу... А это было у меня. Либо я хочу нечто вот из... Кебабчик, да? Нет, только не чикен. Лэмб. Там хочу. Лэмб где? Там есть лэмб. Там есть лэмб. Ты пролистнула? Да. Да. Это все было. Ну вот же, микс лэмб. Ну вот лэмб. Ну, давай это выберем. Хорошо, выберем. Мы выберем, принесем, покажем. Принесем. Вот мы заказали, что мы заказали? Гриль Хатам. Хатам, микс гриль. Да, вот нам принесли уже... Закусочку. Да, закусочку. И сырочек, овощи, брынзу, и маринованные овощи, орешки. Орешки, и рукава. И хлебчик. И горячий хлеб. Все, можно мы поедим, можно уходить. Да, можно поедим, можно уходить. Так это бесплатно, в принципе. Нормально. Аперитивчик. Я готова поесть с тобой. Уже видео идет. Я готова поесть с тобой. Нет, теперь все. Нормально.
ну что, народ, все, сейчас уже хотим покушать. Даша сказала, что будет. Я не знаю, что она будет кушать, мне интересно, давай покушать. Я хлебчик хочу, лепешечку. А лепешки здесь знатные. Смотрите, какая лепешка. А можешь просто поднять ее вот так, показать? Какая лепешка бесплатно, безвозмездно. Моя голова и лепешка. Безвозмездно. Такой у нас импровизированный мукбан. Вкусный хлебчик? Обалденно вкусный. Санитайзер руки сейчас уже. Попробую хлебчик и хочу орешек, кстати. Я хочу сырок. Орешек со вкусом санитайзера. Я плохо выглядела. Конфета хорошая. Ну, давайте. Пока наш гриль из ягненка мы взяли. Ягненка, курица, ягненок, йогурт и еще какая-то курица. Можете лосики после нам? Так, голодные путешественники. Мы сейчас найдемся хлеба и уже до гриля. Не, мы все съедим, конечно, наверное. Но еще не факт. Может, и заберем с собой. Вкусно. В принципе, не, ну мы, конечно, вы, наверное, не на такие деньги, но вот там в фудкорте бы вы ели. Но здесь так хорошо, спокойно, да. В принципе. Люди хотят копаев. Неуютно, неуютно. Мы шли охранники, мы здесь не снимаем, я не снимаю, мы говорим, не снимаем себя, лица. Лица. Нет, нельзя, пожалуйста, уберите. За фудкортом можно, а в фудкорте нельзя. Ну, вспомните, когда мы заходили в мол, типа море тоже снимать нельзя. Это правило себе лебят. Приятного аппетита. Вот принесли уже наш хатам. Наташа уже довольна. Смотрите, здесь ягненок, курочка, рисик. Вот на двоих это нормально. Хотя это мужчина очень настаивал, чтобы мы взяли две порции. Мы сказали, ну куда две? Это уже молодой рис, человек, это что? Мы уже как бы наелись, вон осталось даже, как мы хотели, не хотели есть. Остался и брынзочка, и овощи, и даже хлеб остался. Да. Так что сейчас, в общем, будем пробовать и рассказывать, как оно. Но я думаю, что очень вкусно. Оно будет вкусно. Так, берите. Что мужчина, да? Ну, попробуем. Рисик желто-белый. Давайте. Будем вкусно. Я даже не сомневаюсь. Наверное, хлеб есть. А я начну. Что мы взяли? Ягненок. Курочка вкусная, народ. Курочка. Мы как пробили, но такой шашлык реально. Это вкусная курочка. Да каждый попробует, но же разное. Курочка простая в йогурте и ягненок простой в йогурте. Мне нравится. Ягненок шикарный. Ну, я бы не сказала, что он тает во рту, но такой с чесночком, пропитан в йогурте. И это жало. Да. Курочка мягче намного. Курочка, конечно, потому что это курица, а это ягненок. Кто хотел именно ягненка? Ну, это ягненок курица. Знаешь, давай курочку мою. Вкусно. Вкусно, тоже я отставляю. Дальше же есть еще у нас варианты. Кебабчик, это как котлетка уже, по-моему, здесь курочка идет. Наверное, это в йогурте. Вот такая курочка, такая котлетка. Со специями, да. Эта котлетка очень вкусная. Мягкая. Опять. Это кебаб. Кстати, арабы очень обожают и уважают маринованные овощи и умеют их готовить. Очень вкусно. Так, я последнее дело пробую. Это ягненок, тоже котлетка в йогурте. Видишь, такой кебабчик был на гриле. Мягкий, сочный, не острый. Абсолютно очень вкусно. Мне что вам больше здесь курочка понравилась. Первая курочка. Это мягкая. А мне нравится ягненок. Жаку... Мы не соемся.
курицу я поем, в принципе, везде. А ягненка хорошо приготовленного еще надо поискать. Народ, все вкусно здесь. Очень. В общем, ресторан Хатам рекомендуем не только в Дубае, но и везде. Приятного всем аппетита. Ну вот, смотрите, почти ничего не осталось уже. Я уже прям сдалась, уже объелась. Но Наташа не сдается. Да? Наташа идет к финишу. Наташа идет к финишу. Хотели еще заказать кофейка турецкого, но у них нет вообще никакого кофе. А кока-колу мы не хотим. Да, ну а сзади компания заказала кто суп и кока-колу, а кто кебаб и кока-колу. Как-то странное сочетание, но мы такое не пьем. Ну, в общем, всем хорошего вечера, приятного аппетита. Желаем всем самого вкусного. Все, всегда с вами, подписывайтесь. Пока! Пока!